В «Апатитах» выступила российская певица, выпускница телепроекта «Фабрика звезд 2», участница конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева. На «Северное» приезжает уже третий раз и принимает ее здесь по-прежнему горячо. Песне было слышно, что Юлии не просто даются высокие ноты. Певица вышла на сцену простывшая, с больным горлом. Я сегодня очень болею. И я как человек, который только за живой звук, пою с тем, что есть. Никакой фонограммы, сказала Юлия и продолжила свой концерт. Певицу ее поклонники знают как уверенную, целеустремленную и трудолюбивую артистку. И она старалась оправдать ожидания. Конечно, у вас суровые, ничего не скажешь. И, ну да, это еще не суровые, знаю. Я имею в виду суровые в том смысле, что очень темно. Проснулся темно, заснул темно, проснулся темно. Зазвучала песня «Долгая зима». Несмотря на то, что в ней по задумке автора описывается состояние души, для «Полярной ночи» композиция оказалась очень актуальной. Призналась, что не совсем комфортно чувствует себя в условиях полярной ночи. Однако и с плохим самочувствием можно справиться, если есть благодарные зрители. Такое тепло способно победить любой холод. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю.